Всем привет, с вами Вадим КТВ, меня зовут Кристина, и сегодня это очередной влог, а точнее даже больше пранк. Я сейчас еду в школу, на улице утро и тепло. Сегодня я буду делать тут классный пранк, у меня вот есть такая ручка, она бьет током, но она не так сильно бьет, и поэтому ничего не будет, но я уже попробовала сегодня несколько раз. Посмотрим, что же будет дальше. Посмотрим, какая будет реакция у моего класса, там, ну и у моих знакомых. Смотри, что смотри, не хочу. Давай. Нажми меня. Нажми. Уверена? Да. Что ты боишься? Давай, нажимай. Ты что, я как-то не тебе больно? Да. Он там зарядку сел. Ты что, я сюда вскочила? Лиз, смотри, какая есть ручка железная. Хочешь? Возьми. Ну, нажми на нее. Да пусина! Больно! Диана, смотри, у нас какая еще. Давай, я подожди. Нажми на нее, видишь, она какая-то? Легко нажимать. Если... Больно. Стой, а если вот так? Артём тогда выгнал. А Ксения вот так сделала? О, я ж аж до сих пор руку падаю. Давай скользко подойди. Пойдём. Я стёр. Это самая заниженная масса. Сейфтей. Откуда я найду эти деньги? Ты хочешь ее привезти сюда, Кристин? Угу, конечно. Я хочу, чтобы она дверь открыла. Где кусачки, где молот, где клетки? А где, чтобы она дверь открыла? Вы скажите, сначала в школу приглашались. Мы? Да. На забег. Сначала у нас будет три урока. Мы на забег. Хотя я тоже бегу, но... Так, давай ты лучше нарисуй, что будем рисовать. Ничего не будем рисовать, ты все равно лучше нарисуешь меня. И я это сама знаю. Ну это реально скутер. География. А давайте прогуляем. Давайте прогуляем географию. Давайте прогуляем географию. Типа нас в школе не было, давайте. Никого не отмечают. Вот именно. Пошлите лучше в подвал. Да, пойдемте в подвал. Все, пошлите в подвал. Вот так вот мы и гуляем уроки. Покажешь лучше плакатик? Нет. Вот смотрите, вот такой вот плакатик нам нарисовала Наташина мама. Вот. А это ее братик. А вот Наташа. Пошли. Мы идем вниз в подвал, чтобы прогулять уроки. И я играю вот в такую игру. Наверное, никто не хочет идти на урок, особенно на географию. Тем более нам вчера вновь сказали сегодня Максим считает то, что можно на уроки было не приходить, а мы все пришли. Сейчас вот этот второй урок, третий и потом забег. Все, и домой. Пусть меня прошло и все. Я за это вас. А давайте. Ей, кто вы танец? Я поверю. Знаете, кто вы танец? Под слова. Под кричалки? Или вот по песне? Движение по кричалке. Смотри. Непобедимый. Аня, я сейчас молчу. Я сейчас говорю. Я не знаю. Это поворот. Кто-то садится. Да, у нас четверо. Просто вас. Да, который кричал четверо. Нас покажем вам еще один друг тур уже по нашей столовой. Здесь вот лестница. Лестница. Еще одна лестница. Еще одна лестница. И еще одна лестница. Здесь вот у нас холл. Там висит расписание наших уроков. Бахилы и всякая штучка. Вот столовая. Прошу. Здесь вот кушают всякие классы. Вот тут вот буфет, где мы покупаем покушать.
Тама готовится, тоже кушает. Здесь у нас питье, напитки. Вода холодная. Да. А чайнички, ой, а кружки горячие. Вообще жесть. Сегодня у кого-то на завтрак будет молоко и булка. Не стол для грязной посуды. Там вот еще один стол и еще один стол. Здесь омойте руки. Вот здесь сейчас я вам подложу. Вот здесь вот где-то Кристина должна быть. А где-то Кристина? Это Ксения. Вот Ксения. Потом я здесь больше вроде никого не знаю. Я знаю. Я только Ксению знаю. О, это Федя. Так, кого я еще о, знаю? О, Кристина. Это, вот здесь Кристина, здесь Кристина, Катя, здесь Вашурина, Настя. Катя. И еще я больше... Оля, Света, Оля. И Оксана. О, Оксана, Оля, Света. Это Юля. Да, это Юля. Вот, здесь наше расписание. Вчера у нас было 4 урока. В среду у нас было, значит, 6 уроков. Ну, грубо говоря, 5, потому что к первому нету. Русский. 2 урока промежуточная читаться. Еще один русский и физкультура. Вот. Так. Если будет там опять Кристина, кричим Кристина, если Максим, там Максим, то Жен, то есть вот там кричим, вот их имена, кто бежит. Каста, внимание, марш! Болеем, болеем, болейте, болейте, кричите. Аня,
Ксения, ну как тебе бег? Я же другой класс. Там. Слушай, нормально. Я знаю Соню, Дашу, Алину. О, мальчик из Забавани. Это все моя. Скажи, скажи. Ну вот у нас сейчас все прошло. У меня голос стал хриплым, потому что я кричала, болела за мой класс. Но мы не выиграли, выиграли 5-й, потому что они быстрее прибежали. Ну, значит, им было суждено выиграть. Не надо же обижаться, в следующий раз тогда мы выиграем. Иду в школу, потому что уже окончание четверти, и нас будут награждать отличников. Я закончила этот год на отличном, мне дадут грамоту, будут поздравлять. Ну, и сегодня я как раз это засниму. Поднимаюсь на 4-й этаж в актовый зал. Ой, я очень устала подниматься. Я тем более уже немножко позал. Вот. Там уже концерт начался. Сутынюка. Так, мужики. Марине Вячеславовне и Андрею Викторовичу. Приглашается Приглашается Голова Маргарита, ученица 5-го Б-класса. Мне дали бы таких две грамоты. Ну, сейчас мне наградили грамоты, я оставила там на месте, чтобы мое место не заняло, то, что много народу. Я так рада, я уже как бы год закончила, я познакомилась с мальчиками из 9-го класса. Подписываюсь на канал. Со мной тоже познакомились, они, оказывается, тоже меня смотрят. Вот, и сейчас я пока что поговорю, там танцы идут, там идет награждение. Вот, и там еще за Олимпиаду будут награждать, но я почти что на каждой Олимпиаде была уже. Все, имя вышло, мне дали грамоты. Ну и прощай, школа родная. Увидимся с тобой через месяц. Ну или на следующей неделе в лагере. И сейчас я иду домой. Меня наградили за то, что я отлично закончила год. И маме тоже с папой дали грамоту, за то, что они меня подготовили к этому году. И сейчас я иду домой. А у меня уже каникулы летние. Я даже не верю, что книгу, потому что на улице очень прохладно сейчас. Мне немножко холодно ходить. Ну и всем пока. А с вами была Владик ТВ. До скорых встреч. Ура! Ура! Я в школу больше не иду. Ура! Каникулы летние. Забыл.